Я не знаю, сколько еще продлится зима. И когда зашатается, рухнет эта гнилая система. Сколько мы будем снимать этот грязный подвал? Сколько мы будем смотреть на эти кирпичные стены? Я бы хотел, чтобы ты все для себя поняла. Чтобы сделала правильные, точные выводы. Чтобы не резко встала из-за стола, собралась, оделась и направилась к выходу. А там на улице я все объясню. Я выдвину свою версию происходящего. Может, мне это снится? Нет, нет, я не сплю. Я вообще на чеку. Я поставлен за старшего. Неудобен, беспомощен, вот ощущение, которое остается при общении со мной. Неудобен, беспомощен, любые сравнения с кем-то еще вызывают протест. Объяснить вам свои ощущения, отгородиться стеной, поставить крест, ожидать улучшения. Неудобен, беспомощен, вот ощущение, которое остается при общении со мной. Неудобен, беспомощен, любые сравнения с кем-то еще вызывают протест. Объяснить вам свои ощущения, отгородиться стеной, поставить крест, ожидать улучшения. Добрый вечер, на сцене вагона вожатые, наконец-то. Я не знаю, сколько еще продлится состояние ждать. Для тебя тяжело поверить, что это оправданное ожидание. Для меня слишком сложно 15 минут помолчать. Я подобным вещам всегда нахожу оправдание. Но ведь перегрузка. Одному из них подниматься пешком. Кто придумал такие неудобные лифты? Слишком узко. Возможно, касаясь друг друга стоять, попадаешь на какие дебри конфликта. Неудобен, беспомощен, вот ощущение, которое остается при общении со мной. Неудобен, беспомощен, любые сравнения с кем-то еще вызывают протест. Объяснить вам свои ощущения, отгородиться стеной, поставить крест, ожидать улучшения. Это! Улучшение! Ожидать улучшения звука! Улучшение! Ожидать улучшения света! Улучшение! Неудобен, беспомощен! Неудобен, беспомощен! Неудобен, беспомощен! Неудобен, беспомощен!